Итак, American Airlines Arena, Эрик Спайстер в желтом галстуке, вроде ничего не лагает. Самое главное, чтобы видяха не лагала по части вот этих всех матчей, чтобы там никто не дергался. Играем против Пола Пирса, который встал в профиль, как какой-то зэк или человек на монете. Подольше держать мячик. Вот так! Ну просто гений, Мударис Ебатулин, настоящий! Такие пасы даже Леброн Джеймс не выдавал в лучшие годы. Тут у нас прямое попадание было, судя по тому, что Клиперс впереди. Баш! Ну Баш хорош! Баш красавец! Пробежал я! Тут же смотрю, летит просто молния настоящая. Настоящая молния, Крис Баш. Great shooting. Пол Пирс, а Мударис здесь. Не забьет Пол. Ни Пол Пирс, ни целый Пирс. Ни потолок Пирс. Никто не забьет. И еще один Пол. Да что вы сегодня творите? Current directive, be patient on offense. I'm very patient. Ну вот, не смог Реддик ничего поделать, когда Мударис его закрывает. Пасую Удриху, потому что просит раз так. Давай пас, по-сетски. Слон. Ну, Баш нехорош в этот раз. Удрих, придумай что-нибудь дельное, давай. Удрих. Не попал, Мударис на подборе и сверху! Вот так! Через... А мне это записали как данк через семифутера почему-то. Мне плевать на то, какие схемы вы там разыгрываете, они у вас все равно не работают. Вот схема, которая работает всегда! Мударис Ебатулин! Способность забить через любого. Вот так! Еще вот так он может! А может быть вот так? Ну что ты будешь делать? Ну... Заорал Мударис и говорит: «А-а-а!» Я тоже заорал, но надо было, конечно, забивать, завершать. Давай обратно. Башек, смотрите, что творит. Башек, тащи, ну зачем ты подошел? Нет, Башек просто дебилоид. Стоял в хорошей позиции, вместо этого сделал два шага к сопернику и бросил. Кто его этому учил? А это не коуч Риверс лагает, это кто-то другой. На скамейке Клиперс, запасной какой-то лагает. Это просто... Даже Майкл Джордан, это не так круто, как Джордан. Тут дважды Джордан получается. Бросочек, промах и Мударис. Мударис, хорош! Second chance point, King. Мударис Ебатулин. Будет тоже забивать. Трешки и... Красавчик, кошечка лапкой, Мударис! Гений, важный момент. Какой важный момент, Мударис включается. У нас халфкорт пресс. И ошибаются наши соперники, вы посмотрите. Под таким сумасшедшим давлением. И еще раз не попадает. Вот это да, и тут же Мударис переводит мяч в атаку. Грин, Уинслоу. И Гудрих, почему нет броска, Бено? Нужен был бросок. Уинслоу. Хорош! Джастис Уинслоу! Ну почему не дал кулачок тому Дарису? Такой посетский выдал. Кроуфорд пытается обыграть Мудариса. Мударис ему дает понять, что все это весьма напрасно. Ну как так? Как они забивают такие? Мударис такие не забивает. Мудариса большие проблемы именно вот с этим вот завершением. Смотрите, целая группа игроков у Клиперс готовится выходить, потому что Клиперс уже заметно впереди. Тут шансов никаких. Ну-ка, моя первая трешка! Ну! Да что ты будешь делать? Очередной промо. Huge performance. It's not huge performance. Болельщики уже ушли, обратите внимание. Ну, я почти защищался. 14 секунд до конца. Дай пас. Давай. Вот так! Хорошо. Хорошо. Serious dime, motherfucker. Как
Крис Пол бросать не будет, ну и на этом матч завершен. Так, ну-ка, Рэдик. 37 очков настрелял, 6 из 11. Да, вот это вообще пулемет просто, человек-пулемет. Мударис Хибатуллин на 4-м месте в команде, 17 минут играет. Ну, хоть время начали давать. Правда, конечно, вот 5 из 12, с этим надо что-то делать, определенно. Большие проблемы, но ничего. Advance.